Барсали поддерживают, я бы даже сказал, системно поддерживают спортсменов и спорт в городе Запорожье. То, в каком состоянии находится спортивный манеж, спорткомплекс, в котором проходят сейчас соревнования, яркое этому подтверждение. Мы не просто поддерживаем, мы заботимся об энергоэффективности этого, ну, наверное, жемчужины на нашей страны, жемчужины спортивной арены в Украине. Такого другого, наверное, в стране у нас, в общем-то, нет. Вот. Это и вот только в прошлом году мы вложили порядка 2,7 миллионов гривен в термомодернизацию и в том, чтобы наши спортсмены могли здесь соревноваться круглый год. То есть это говорит о том, что сейчас спортсмены соревнуются в комфортных, в теплых, нормальных условиях и могут показать новые результаты, новые рекорды, проявить свои лучшие качества. От имени трудового коллектива комбината «Запоросталь» я рад приветствовать спортсменов со всей территории нашей страны, в стенах манежа комбината «Запоросталь», пожелать им новых побед, новых свершений, новых рекордов.